3 августа на площади Ленина пройдет фестиваль «Орловское лето». На сцене выступят творческие коллективы районов области. Музыкальные и танцевальные номера орловчане смогут увидеть с 11 утра в пятницу. С 6 вечера выступят лауреаты и призеры различных творческих соревнований регионального, всероссийского и мировых уровней. В субботу жителей ждет продолжение праздничного концерта.